В Ямбурге стартовала спартакиада руководителей подразделений ЯНГКМ. Открыл ежегодные соревнования турнир по дартсу. В нем приняли участие 5 команд – газопромыслового управления, инженерно-технического центра, управления по эксплуатации вахтовых поселков, Ямбургского энергетического управления и управления автоматизацией. Лучших в личном и командном зачете определяли с помощью игры «Большой раунд». Метателям дротиков нужно было поочередно попасть в каждый сектор с 1 до 20 и центр. Самым метким игроком, набравшим максимальное количество очков, признан Иван Хоменко. Его результат вошел в копилку команды УВП, которая в итоге заняла 2-е место. Бронзовыми призерами турнира стали дартисты из ЕРЭО. А победу в первых соревнованиях спартакиады руководителей Ямбургского месторождения завоевала сборная ИПЦ. Подавать пример подчиненным и коллегам личным участием и защищать честь подразделений руководители будут в 6 видах спорта до конца февраля. Пример. Ну и как бы за филиал, интерес побороться. Всегда это опыт, турнирный опыт, он всегда интересен. Участие как в соревнованиях, он дает определенную уверенность, ну, уже к следующим стартам.